Всем привет, с вами Андрей Чент. Ну что, мы продолжаем играть нашего чу-чу паровозика Чарльзом. И закончили мы на том, что мы собирались, в общем-то, ехать дальше выполнять задание. Итак, обязательно задание сюда. По факту мы сейчас туда и поедем. Я так понимаю, что там вторая шахта. Эту всю территорию, как видите, мы всю исследовали. И давайте будем ехать. Полный вперед. Наш паровоз мчится. Стопе. Один момент. Ай, назад немного. Назад, 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 назад. Нам нужно чуть-чуть другую дорогу выбрать. Вот. Давайте переключим наш рубильничек. И поедем. Есть. Так, да. О! Все! Ага! Черт побери! Давай! Вали его! Хай горит, скотина! Не позволяй ему нас догнать! Давай, 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 давай! Я тебе дам, кучерявый! Вали! Так, поремонтировать! Продолжаем! Мы уже поняли фишку! Мы можем ремонтировать себя на ходу! Давай, жги его! Хрен ты угадал, кучерявый! Я тебе не дам ко мне подойти. Как бы ты этого не хотел, я тебя сожгу. Убежал. Ха-ха! Так, задний ход. Хотя стопе. Стопе, хорошая шахта, как по мне. Мы, конечно, тут доехали кое-куда. А куда мы доехали? Блин, слушайте, мы реально до шахты доехали. Вот если вот так вот сейчас посмотреть... Да это шахта. Какое у нас шикарное было начало. Но вы заметили, как мы уже приспособились. А нет, это не шахта. Как мы приспособились к тому, что за нами бежал паровоз, и как мы ему наваляли. То есть бац, поменяли пулемет на огнемет. А, закрыто. Ну ладно. А вот тут что? А вот тут тоже ничего. А тут... О, динамит? Что за динамит? Как им пользоваться? Он прям в паровозе у меня? Нет, не вижу его. Окей, давайте задний ход. Понеслась. Немножечко отъедем. По факту мы на самом деле до точки практически доехали. Точнее, переехали мы ее. Вот наша станция. Есть контакт. Конечная. Так. О! Ой-ой-ой-ой! Это для меня ты приготовил? Пол попросил меня разобрать новое оружие, чтобы помочь тебе одолеть Чарльза. О взрывчатке я знаю немало, поэтому мне удалось собрать этот ракетомет. Я уже давно хотел увидеть, как рушится империя Уоррена. Так что я безмерно рад поработать над этой малышкой. Раз уж ты здесь, дай мне пару минут, я сниму кое-какие предохранители. Пока я буду тут возиться, почему бы тебе не принести мне ящик ракет из того бункера, что далее по путям? А-а-а, и вот по факту, то, в общем-то, и был тот бункер, в который мы не смогли зайти, правда? Блин, ну ладно, сейчас мы туда пойдем. Никто меня не переубедил. Уоррен намеренно заставил нас переехать в эту дыру с семьями, чтобы не было нужды уезжать. Ну и чтобы на материк не просачивались новости о том, что он тут занимается. В любом случае, ублюдку место на выселение. Пол попросил меня разработать новое оружие для охотника на монстров, за чьей помощью отправился Юджин. А взрывчатки я знаю немало. Я собрал свой самый мощный ракетомет. Что ж, Уоррен, тебе крышка. Окей, а ракетомет реально был в том месте, да? Да. То есть на самом деле мы эту точку с вами и увидели. Но видите, мы не смогли в нее войти, пока
А мы сейчас пока не можем взять, да? Ну окей. Мы не смогли туда попасть, пока мы не приняли к себе задание. Давайте посмотрим тут в окрестности. Может быть что-то полезненькое. Ну вроде бы все, не будем далеко забегать. Это что? Просто блестело. Так, ну паровозик нужно тоже немножечко латануть. Давай, сколько? 78, вот до 94. Так, вот что нам качнуть? Скорость, урон? Я бы урон качнул. Вот скорость, либо урон. Наверное, урон. Или скорость, чтобы мы прям чали. Не, урон. Мы стали как-то по-другому выглядеть? Да, вроде бы нет. Окей, поехали. Так, нам сюда. А почему не показывает? Так, стоп. А почему нам не показывает это место? Мы же его отметили на карте. Вот. Вот, точка. О, глюк какой-то был. Бывает и такое. Все, а теперь мы уже в нужном месте. Ну, мы здесь уже и были. Ну теперь нам хотя бы откроется бункер. О! О, а вон ракеты лежат. И сейчас это все дело откроется, да? Мы... Хрена себе. Она была подальше отойти. Вот для чего мы динамит взяли. Ой. Блин, надо все-таки, я так понимаю, немножечко отодвигаться. Чтобы нас, в общем-то, не повреждало жизнями. Так, окей, вот еще одна записка. Образец 1 ошибка, образец 2 ошибка, пролет 13 успешно, и 4 образца у него все получилось. Окей, забрали. Возвращаемся обратно. И у нас сейчас будет новое оружие. С помощью которого мы потом этому паровозу дадим прикурить. Во все его выхлопные трубы. Это знаете, как это бой трансформеров. Паровоз против паровоза. Только то паровоз гибрид. Так, задний ход. Давайте на всякий случай поставим точку. Чтоб нам более зрительно было понятно. А вот там что-то светится. А, это вторая будет точка наша. Так, подъезжаем. Тормозим. Сы, как четко вышел, практически. Дружище, держи. Ракетомет в полной боевой готовности. Что ж с ним делать, решать тебе. Я догадаюсь, что с ним делать. Ах, да, бери его. Как закончишь, надо будет кое к чему наведаться с ним в гости, если ты понимаешь, о чем я. А, все, мы уже забрали его. То есть ракетомет. О, стоп. А то какое-то другое задание? А, да. Это основное задание. Давайте пойдем сначала на дополнительное, а потом уже пойдем на основное. Блин, главное, чтобы мы сейчас тут не встретили этого Чарльза. Потому что если мы его встретим, я ж не убегу от него. Так. Так. Ага, маяк. Я, конечно, бегу больше по пляжу. Ну, Чарльза вроде бы я не вижу. И, как говорится, слава богу. Так, маяк. Давайте посмотрим тут в окружности. Я думаю, что мы сейчас тут какие-то... Вот, отлично. Раз, деталя. Еще есть детальки? Нам все пригодится. Не, вроде больше нету. Ну вот вторая деталька, отлично. Это что? Найти предохранители надо будет или что? Так, а где вход? Не понял. Не понял. А, понял. Так, у тебя тут ничего интересного нету? Записка.
Наблюдение за океаном. Я, как обычно, вышла проверить маяк. Повернув за угол, я увидела этого монстра Чарльза. Он тоже меня заметил и бросился в мою сторону вверх по холму. Какой же он мерзкий, этот паук-поезд. Но не понимаю, зачем Уоррен заставляет нас оставаться на Аране-Ауриуме. Вместо того, чтобы сбежать с этого чудовища подальше. Я считаю, Уоррен сошел с ума, раз планирует справиться со всем в одиночку. Короче говоря, Чарльз на меня наехал и сломал мне ногу. Я не смогу пойти на следующее собрание, поэтому попросила Грега принести заметку. Окей, у тебя сломанная нога, я понял. Мы не знакомы, но я слышала, что ты нам поможешь. Сделаешь одолжение? Нужно заменить предохранители на маяке. На меня недавно напал Чарльз, так что одной мне не справиться. Предохранители лежат в подсобном сарае неподалеку. Если ты найдешь и починишь маяк, я попробую позвать на помощь проходящие корабли. Как закончишь, я отдам тебе какой-нибудь хлам. Окей. Только я понимаю, что сейчас побегу в ваш этот сарай, а там будет Чарльз стоять. Вот прям не знаю, почему мне так кажется. Что оно так и будет. Ну ладно. Давай. Попытка не пытка. Так, тут ничего. Давай, раз. О, предохранители. Один. Второй, третий. Четвертый. Больше нечего тут забрать. Все, лучше возвращаться. Чем быстрее. Потому что если это животное сейчас выбежит... Есть предохранители. Все, малая, запускай шарманку. В смысле? Что не так? Я должен сам и включить? А, подобрать правильную комбинацию. Вот это я правильно подобрал комбинацию. Вот это я красавчик прям. Ну все. Если починим маяк, корабли будут легче нас заметить. Так мы починили, все нормально. Вот тебе обещанный хлам. Супер. Теперь возвращаемся обратно. Теперь на главное задание. Не, давайте на поезд. Не, давай на главное задание, ладно. Успеем. Главное сейчас этого Чарльза нашего не встретить. Иначе мало не покажется. А что там сверху? Вот это место. Мне кажется, тут что-то полезное. Ну, такое. Так. Ну что, мы сейчас, наверное, пойдем на вторую точку. То есть искать второе яичко. Так, вокруг дома чуть-чуть есть. Тут заперто. Поднимаемся наверх. Вот наш красавчик сидит. Юджин точно обо мне рассказывал, так что представляться нет смысла. Меня зовут Грег, если что. Тебе, наверное, уже сказали, что Уоррен, хозяин шахт, надежно спрятал 3 яйца монстра. Мы не знаем точно, почему он защищает яйца, но если они вылупятся, то из них появятся такие же монстры, как Чарльз. Чтобы этого не произошло, нужно украсть все 3 яйца, выманить ими Чарльза, и мы его убьем. Одно из яиц находится в северной шахте, вот ключ от входа. Надо быстро записать свои мысли, пока Уоррен не пронюхал, что я уже у него на хвосте. Итак, моя теория. Гражданин Уоррен хочет создать целый выводок этих восьмилапых чудовищ, настоящую армию для своих таинственных целей. При расчистке завала они обнаружили целое гнездо этих яиц. Еще нам известно, что они твердые, как алмаз. Черта с два разберешь. Шахтеры несколько месяцев вытягивали из них энергию с помощью храмовой призмы. Но когда осталось всего 3, старина Уоррен остановил их. Он, должно быть, осознал мощь этих штуковин и вместо того, чтобы защитить нас от них, решил захватить с их помощью весь мир. Я выведу тебя на чистую воду, Уоррен. Окей, где наша шахта? Ой, нам прям далеко нужно ехать. Нам прям так нужно
пробраться. Ладно, давайте тогда что мы сделаем? Я предлагаю на самом деле немножечко сначала откатиться и вот еще заехать сюда. Мы сейчас залезем в поезд. Давайте пройдем игру полностью. Вот как это положено. То есть мы сейчас даем задний ход. Давайте, что время не терять. И посмотрим, значит, у нас 49 единиц хлама. Что, броню давайте качнем? Не, давай скорость. Все, пока будет скорость. Чтоб мы быстрее ездили, тем самым и от нашего монстра будем убегать. Так, где у нас этот... Ага, вот пересечение. Тут такое на самом деле интересное место было. Но мы его проехали. Окей. Так, вот, скоро. Все, 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 все. Переезд. Готов. Тормозим. Тормозим, хлопцы, нам сюда. Так. И продолжаем наш путь. Полный вперед. Так, окей. Понеслась. Не, ну чувствуется, что поезд на самом деле стал ехать быстрее. О, гранатомет! Ёшкин дрён, а как он стреляет? Ой, прям класс, мне нравится. Наваливает как положено. Так, мы приехали. Давай, дополнительное задание, плюс металлолом. Почему бы и нет? За домом тоже что-то спрятали. Так, ну окей. Заходим. Внутрь мы не войдем, не впускают. Тогда поговорим. Так ты и есть тот охотник на монстров. Ну, естественно. А с призраками тебе доводилось разбираться? В поле камней кто-то или что-то расклеивает по фонарным столбам ровно 16 рисунков каждую ночь. Я постоянно собираю и сжигаю их, но вчера ночью, когда искал их, я начал слышать необычные звуки и видеть странное. Тут жуткий переполох был, и я нашла лишь половину. Принесешь остальные 8, пожалуйста? Ага, то есть там нас кто-то ждет, да? Что, соберите 8 листов на поле камней. Ну давай, что, у меня выбор есть. Надеюсь, там не люди, потому что иначе мне придется бежать обратно. Так, найден, а, уже начинаем. Окей, давай, значит, мы должны найти листочки. Вот первый. Что за звук? Что за хрень? Боже, что за звук? Такой стрёмный. Мать моя женщина, почему? О! Это что? А, духи, духи, духи! А как мне теперь? Мне, может, нужно от них убегать? Типа, я должен убегать от них. И не попасться на глаза. Блин. Где они? Вон, летит. Окей, все, я его не трогаю, я от него убегаю. Летит, хорошо, пускай летит. Так. Где он? Вон, идет, хорошо. Я пока листочком не вижу. А, вот вижу. Убегаем, 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 убегаем. А вон еще один. Так, он за мной бежит. Блин, а докуда он может бежать? К
Какая его конечная точка? Ой, это я уже куда-то сам прибежал. А что это за место? Ой, это я нашел что-то интересное. Вау, а я туда могу попасть? Выполняли одно задание, попали куда-то в другое место. Давай закроем за собой. Что-то мне этот звук вообще не понравился. По-моему, это паровоз. Мне кажется, это паровоз Чарльз. О, тут что-то интересное. Раз. Блин, поспешил. Опять поспешил. Давай. Раз, два. Черт. Я понял, это три в подряд нажимать, это типа не моя история. Надо, блин, не спешить. И успевать приготовиться. Я надеюсь, там реально что-то полезное лежит. Блин! Черт, побери! Чёртова шкатулка! Прошло 3 часа. Давай. Раз, два, последний! Есть контакт, фух. Что там? А, просто банка краски. Розовая. Чтоб я прям гламурно играл. Оран приказал нам наблюдать за полем камней почти целую неделю, но ничего занятного мы там не увидели. Иногда там проходит Саша, иногда появляется Чарльз. Но Орана мы так это не интересует. Он не объяснил, зачем нужно наблюдать. Просто приказал и записывать. Блин, тут я понимаю, где-то этот... Все, это все, что мы там добыли, то есть это краска. Ну ладно. Надеюсь, нас сейчас не сожрут. Потому что шанс реально очень велик. Блин, я когда стоял сверху, я видел детали. Паровозик! Ты здесь? Ладно, пошлите обратно. Все, опять понеслась. Так, я там видел одну надпись. Ага. Мы нашли только две. Вот еще одна. Три. Где душа эта? А, вон она! Вон она! Дяденька, не бейте! Черт побери, это мы только три нашли. Давайте пробежимся по кругу. То есть где-то же они ее спрятали еще. Смотрим внимательно. Вот, четыре. Черт побери. Четыре, есть. Так. Где-то еще. Не вижу. Вон, вижу одну. Это будет пятая. Пять. Он был близко. О, вижу шестую. Блин, промазал. Блин, у меня что за спиной он? Да убегай! Ладно, давай сюда убежим. Все. Так, секунду. О, там мы еще какой-то точки добежали. Пока мы бегаем, мы по факту находим новые места, да? А, или мы здесь были?
А, мы здесь, по-моему, были. Это ж станция, правильно? Да, все, мы здесь были. О! О! Это звук паровоза. Это звук паровоза, я уже понял. Надо, если что, стоять здесь. Чувак, там паровоз. Я тебе отвечаю. Где Чарльз этот? Я эту фишку уже выучил. То есть, когда такой звук, то есть, оно где-то рядом. Тут не вижу ничего. Здесь... А, вон он, этот гаврик гоняет. Вот он, я же говорю. То есть, я уже понял фишку. То есть, когда ты слышишь этот звук, где-то бегает... Вот это вот сороконожка. Так, но он еще не убежал. Не убежал, еще бегает, я его видел. Так, где он? Вон он гуляет. Выгуливается. Блин, вот мне надо ждать, пока он пропадет. Ты не хочешь там с духом побороться лучше, не? О! Едет! Синий трактор едет к нам. Может, мне нужно спрятаться от него? Не привлекать внимание? Ты смотри на него. И что? А! Оно что, может сюда залезть? Боже мой! Чувак, ты тоже обосрался, да? Я ж не знал, что я могу его спровоцировать. Давай сидеть ждать. Хрен с ним. Я понял, если мы его увидели, не надо его высматривать. Нужно просто спрятаться. И дождаться, когда пропадет этот звук. Ага, вон он, хай там катается. Давай я с тобой посижу. Скажи, стрёмно было, да? Я просто понимаю, если я сейчас уйду, то нужное время не пройдет. Опять он нас увидел. И опять ты испугался. Я случайно. Блин. Он пролетело. Чудовище. И вот что мне делать? Типа, мне нужно убежать, а по факту, давайте, может быть, постоим какое-то время. Мне вот интересно, если вообще мы не будем выглядывать, он успокоится и убежит? Или мне уже все, то есть никак, просто бежать и умирать? Вот это мне непонятно, что делать в данном случае. Ну, это такая миссия посложнее, то есть собрать этих, сколько, 8 листочков, когда за тобой летает дух... О, все, музыка закончилась. Все. Откуда мы пришли? Ага. Давай точку. Все, нам туда. Побежали обратно. Пока паровозик уехал. Ну все, начинается наша песня. Хороша, начинай сначала. Ну давай. Так, 5 штук мы нашли. Вон 6-я. Есть 6-я. Идем дальше. Где он? Летит. Побежали. О, 7-я. Что это было?
А, он меня выкинул? Ты чертов засранец! Он меня... То есть оно меня не убивает, оно меня выкидывает. Так, нам осталось найти... Еще одну. Еще один свиток. Тут нету. Тут тоже нету. Тут мы листик забирали, вот он тут висел. Может, давайте в глубину побежим, вот сюда. Я уже просто не помню, где я был, а где я не был. Хотя, мне кажется, я уже везде был. Уже нет таких мест, где я не был. Вот бежим мы по тропинке. Бежим, бежим. Вот еще какая-то тропинка. А, вот! Вот! Черт, побери, вот где какая-то тропинка была. Бляха-муха, так запрятано. Ну ты издевательство какое-то прям. Все, и дух пропал, да? То есть как мы только собрали все, это животное, в общем-то, пропало. Ладно. Да, мне все равно, я восстанавливаюсь. Ой, паровоз! Паровоз! Малая! Спасайся! Вот тебе в хлам награду! Давай! В паровозик! В свой! Побежали! Так, куда мне нужно ехать? Так, мы можем поехать сюда. Ну, поехали. Все, вот на новую точку. Газуем. Если что, с ракетницей ему вмажу. Так, у меня новая краска появилась. Давай. Так, я правильно повернул? Стопе. Где наша... Ага, развилка. Мы еще не доехали до нее. Поехали. Так, смотрим. Нет, неправильная развилка. Нам нужна другая. Нам нужно... Вот сюда. О, слышу паровоз. Слышу паровоз где-то бегает. Полный вперед. Давай! Где он? Я готов! О-о-о-о! Да! Да, бля, промазал! Па! Па! Бля, там ухо! Па! Надо брать огнемет! Жги его! Давай, давай, давай! Вот, огнемет, во-первых, его тормозит. Еще! Вот контакт! Есть! Шо ты, Чарльзик? Не нервничай! Создали монстра, черт побери! Вот контакт! Все! Так, стопэ, там... был ящик на самом деле. Мы куда уже доехали? Ладно, мы, то, наверное, тот ящик мы уже посмотрели, поэтому едем дальше. Ух, не, огнемет на самом деле пушка топовая пол. Это ракетомет вообще как-то ни о чем. А вот огнемет. Так, стоп. Мы по факту доехали. Это наша остановка. А, что мы можем улучшить вообще? Мы тут как-то это... Получили, между прочим, хлам. Так, прочность давайте повысим.
Так, броню, урон... А, мы уже можем на максимум прокачать что-то. Ну давай... Фу, броню на максимум. Давай урон на максимум. И у нас останется только скорость. Как мы выглядим? О, видите, у нас теперь еще рога появились. Ой, ну у нас теперь вообще... поезд Апокалипсис. Супер. Все, теперь нас не порвать. Так, а что здесь? А, тут бандиты. А вы знаете... Не трогай меня. Я сейчас в поезд сяду, как наваляю тебе. Давай в поезд. Ему туго доходит. Давай с ракетницей ему. Ого, обосрался? Иди сюда. Сюда иди. И разлетелись мозги на куски. Ну, на самом деле, можно было, конечно, не... Да, я, конечно, дал ему просраться, мне кажется. Это он? Да, это... Ну, смотри, ты зато умер с улыбкой на лице. На самом деле, это тоже очень дорогого стоит. И из-за тебя мне еще пришлось проремонтировать, блин... Давайте сейчас всех повыманиваем, если там кто-то еще есть. Или тут только один был? То есть только один человек был на охране у вас? Ну да. Как-то что-то они это... пренебрегали средствами безопасности. Ну окей. Пошлите искать второе яичко. Я так понимаю, по тому же принципу, правда? То есть добежать, незаметно украсть, убежать. Окей. Опа, он там был. Давайте будем идти за ним. Ушел. Нету. Мне патрон. Черт побери. Больно, дяденька. Убегай. Ты сейчас чертям завалят тебя. Блин, там был один хлам, ну хрен с ним. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, убегаем. Главное, что у нас получилось. Все равно убегаем. Вдруг он еще за нами бежит. Если что, еще сядем на поезд. Бежит за нами он или не бежит? А, бежит, нахрена посмотрел. Так, давай на поезд и поехали. Полный вперед. Где он? Ладно, нету, можем остановиться, успокоились. Фух. Это было напряжненько. Так, а что мы должны дальше? Мы должны же были это яйцо куда-то отдать, правда? Или нет? А, наверное, нет. Фух, просто у нас есть второе яйцо. Так. Ага, вот у нас сейчас будет задание по NPC. Ну, тормозим. В принципе, мы приехали. Так, давай.
всякий хлам посмотрим, во-первых. Ну, так зрительно сразу ничего и не видно, так. Окей, забегаем. Так, а где у нас NPC? С кем я должен поговорить? Заметки со встречи бунтовщиков. Я обсудил со всеми наш последний план сражения. Возражений у кого нет, все знают, что делать и направлять пути в нужную сторону. Короче, окей. А где, с кем мы должны были поговорить здесь? А, он, наверное, сверху сидит. Вот, да. Так, хлам. Ну давай, смотришь в бинокль. Вот еще хлам. Привет. Ты тот самый архивариус, о котором говорил отец. Хотя мне жаль, что он решил остаться на материке, а я вернулся с тобой. Нет, мы, конечно, ценим твою помощь, и ты бы мог бы прийти ко мне на помощь, если бы еще не знали, что Уоррен начальник местных шаг, защищает опасные яйца монстров. Это может очень плохо кончиться. Наш основной план — выманить Чарльза на бой и уничтожить его. Тут нам должна помочь идеальная ловушка, которую мы сами разработали. Установи эту взрывчатку на каждой опоре деревянного моста, а потом возвращайся ко мне. Окей. Все, это нам поможет, если что, уничтожить Чарльза, да? Без проблем. Если данное задание поможет нам, в общем-то, уничтожить эту кракозябру, то я за. Главное, чтобы сейчас не началась музыка с паровозиком Чарльзом. Так, что я должен сделать? Установлена бомба. А вот одна. Вот вторая. Третья. Четвертая. Пятая. А я пол, короче, на каждом столбе. Шестая, седьмая и в конце восьмая. Все, я красавчик. Вернитесь к Полу. Пол, я иду. Главное, чтобы сейчас Чарльз не шел к тебе. А так мы разберемся. Ты мне что-то дашь? Может быть, еще одну пушку, последнюю? Это самый высокий, самый непрочный мост на острове. Если мы подорвем на нем Чарльза, он рассыпется на кусочки. Короче, понятно. Я буду ждать сигнала подорвать заряды, но вот выманить его на бой уже твоя задача. Вот, возьми это ключ к храму. Как только все будет готово, можешь врываться в храм, тебя ждет великая битва. Окей. Ага, великая битва будет там. Но для начала я понимаю, что вот здесь вот... Так. Нам еще нужно третье яйцо. А вот когда у нас будет три яйца... Вот тогда... Мы будем врываться в храм. Так. Там есть какое-то задание. Может быть, мы там получим оружие, потому что уровень с оружием... Но мне кажется, огнемет на самом деле это топчик. Давайте это подберем. Узнаем, что этот хочет. О, это что, бензопил? Нет, какой-то пулемет у тебя. Ну что? Прибыл таки в наши края легендарный охотник. Мой усопший муж собрал пушку для борьбы с Чарльзом, но головорезы Волота украли стволы и спрятали их у себя в лагере. Билл был таким смелым, даже посмелее тебя. Если возьмешь то запчасти, что у нас есть, и вернешь остальное, то можно собрать оружие и использовать его против Чарльза. Ты ведь не сделаешь одолжение? Если он тебе пригодится, назови его Бобом в честь моего милого. Ты такая, вижу, жесткая женщина, на самом деле, по внешности даже. Такая прям ты. Малыха. А, все? Просто это было все? То есть у меня просто появился пулемет? Бесплатно? Давайте на него посмотрим.
И поедем на последнее обязательное задание. Так. А где пулемет? Я что-то не понял. А пулемет где? А-а-а. Вот тут оно все лежит. Блин. Ну давай сейчас сюда доедем, а потом доедем до покинутого лагеря. Окей. Поехали. То есть пулемет я, в общем-то, получу только тогда, когда... Один момент. Очень интересное здание. Вот. Записка. Служба сегодня была очень вдохновленной, что важно в такие темные времена. Окей, ладно. А, это церковь же ж. Бог очень-очень недоволен, мне кажется. Чарльз здесь сделал вероятность 96%. Ладно. Короче, мы зашли просто... Ой, краска у нас есть. Черная краска. Ой, черная это прям вообще. Это наш стиль. Давай в черную краску, почему бы и нет. Будет строго, прям стильно, молодежно. Я хочу черную краску. О! Да ты шо, просто. Не поезд, а ужас ночи. А вот и архивариус, собственной персоной. Пол доверил мне на хранение ключ от одной из шахт с яйцом, но прежде чем я дам его тебе, послушай, вот что. На острове есть древнее святилище, что-то вроде пирамиды со странной призмой на вершине. Похоже, призма создана с единственной целью – уничтожать яйца чудовища. В ней есть три отверстия, в которых идеально входят эти три яйца. Когда призма полностью загружена яйцами, в ней образуется мощный луч энергии, исходящий, скорее всего, от самих яиц. Бунтовщики надеются, что это выманит Чарльза на бой, ведь ему нужно защитить яйца. А теперь очень важная информация. Чарльз способен поглощать энергию от взрыва. От нее он становится сильнее и свирепей. Мы видели его однажды, в этот раз он может стать еще опаснее. Но мне на но не мне тебя отговаривать, как бы там ни было, вот ключ от шахты. Как только добудешь все три яйца и ключ к святилищу, у нас появится шанс покончить с этим кошмаром. Окей. Так, куда нам? Ага, ну вот все понятно. То есть сначала мы доедем сюда, в лагерь, а потом мы поедем уже на нашу финальную точку. Пирамидку. Поехали. Возможно, сейчас на самом деле еще и Чарльз появится. Так. Давай так. Главное нам поехать налево. Нам налево. Стоп, а мы можем что-то качнуть уже? 37. О, хватает. Скорость. Все. Мы прям на максималке. Отлично. Все. Мы как выглядим? Все так же? Только на максимальной скорости. Супер. Поехали. Наш поезд прокачан по максимуму. Стопе. Стоп. Вот тут вот очень важно переключить. О. А вот теперь поехали. Нам сюда. Так, надеюсь, сейчас Чарльза не будет. А то придется ему наваливать. Стоп! Это мы что, приехали опять на распутье? Ага, ну да. Так, еще раз. Нам можно пойти сюда. Ага. А мы можем прям... Так, ракетница. Секунду. Просто один момент. Если мы сейчас туда поедем и проедем, опа, и сядем на пулемета. Вон, кто-то бежит. Все, отлично. Давай, подбегай. Вау!
О, прям вас там много. Что, у нас будет сегодня шашлычок, пацаны? Хорошо прям. Во-во-во. Ах, поджарилась жопка-то, а? Хороша, хороша. Во как надо с вами разбираться. Давай, чуть-чуть назад. Папка хочет немножечко назад. Тормозим. Конечная. Вроде бы больше никого нету. Вот я понимаю. А то смотри, нашли себе вариант на безоружного нападать. Ну, в плане, когда я не в поезде. Так. На самом деле, я уже, если честно, без понятия, нахрена мне это все? Ну, в плане эти детальки, если я уже... Итак. О, где-то поезд. Где-то едет поезд. Но мы с ним разберемся немножечко попозже. Мы уже месяц здесь на разведке, и мне все не дает покоя один вопрос. Что же мы на самом деле ищем? Что мы ищем? Мы ищем разбойников, с которыми мы сейчас разберемся, правда? Они же здесь? Ну вот точка. Банда стащила детали нового оружия. Верните детали и закончите сбор пушки. Ну все, наверное, здесь детали. Ключ. А ключ куда нужно вставить? В какой-то замок. Может, типа а-ля в тот замок, который мы не смогли открыть? Ну, как мысль. Ай! Там же была какая-то дверь, которая была заперта. По-моему, вот это вот, да? Вот оно, все. А вот и детали. О! О! Так. Все? Установите в поезде. Давай установим в поезде. Блин, вот это у нас вообще паровоз, я вам говорю. Да ты шо, просто. Это пушка. Так, давайте поремонтируем его до конца. Давай до полного. 2% тоже много. Все. Дальше едем. Куда мы едем? Куда идем мы с пятачком? На шахту. Правильно? Тогда даем что? Задний ход. Немного сдаем назад. Переключаем рубильники. И едем. Да, едем на шахту. Не, паровоз прям отборный. Понеслась. Может, мы сейчас Чарльза встретим? На самом деле эти уже коробки бесполезные, ну максимум для чего они нужны будут нам, ну излечиться что ли, если нас убило, там возродиться. Стоп. Один момент. Это где-то здесь. Так, я пока никого не вижу. Ну, пошли. Так, добрать последние яичко. Желательно не попасться на глаза. Так.
Ну давайте пытаться. Аккуратненько, как говорится. Ага, вот он пошел. Ой, бля! Да черт побери, я сказал, желательно на глаза не попадаться. Ах ты, бля! В сраку прилетело. Блин. Я ж старался не попадаться. И вот что мне делать? И он сейчас за мной будет бежать все время? Если да, то где-то здесь был мой паровоз. Вот он. Он за мной бежит. Почему он не умирает? Что это за пушка такая дебильная? О! Бляха-муха! Ты шо? Газуй! Газуй! Бля! Как не вовремя-то! Как, черт побери, не вовремя! Чарльз, твою мать! Я практически забрал твое яичко! Ну, звучит, конечно, так себе. Фу, вон отсюда! Поганец! Давай, давай! Посмотри, не отступает! Ничего, сейчас он отступит. Сейчас он испугается и убежит. Конечно, нам потом возвращаться обратно. Но я этого, конечно, не ожидал. Его на самом деле очень... Опа, стопе. Стопе, задний ход. Какая-то пушка была очень странная, правда. Какая-то вообще беспонтовая, я бы назвал. Очень беспонтовая. Я, блин, по тому чуваку бац-бац-бац, а ему хоть бы хны. Вот реально. Я по нему наваливаю, а ему хоть бы что. Давай зайдем. Я понял, что нам эти штуки на самом деле нужны для того, чтобы... А, там я только одну не забрал, ладно. Задний ход. Фух. Я, блин, какой-то пулемет вообще странный. Дальнобойность, ну что-то вообще. Ни в хвост, ни в гриву. Я прям в него прям целюсь. А ему хоть бы хны. Так, стоп. А куда мы поехали? Так. Блин, это получается, мы когда ехали обратно, мы... Блин, ладно. Это типа вот здесь мы теперь будем. Ну хорошо, давай так. Немножечко пробежимся. Фух. Интересно, а он уже вер... Этот чувак вернулся обратно? Если да, то предлагаю его обратно потом выманить. Где мой паровоз, если что? И навалять ему по самое не балуй. Как вам идея? Да, он тут гуляет. Ладно. Ага, вон он пошел. Так.
Ой, мама родная, что-то так я резко бегу. Где он? А! Да бля, беги! Я бля! А! Да что ж ты будешь делать? Какое издевательство, блин! В клавиатуре потерялся. Блин, как мне вылечиться? Да пошел ты в сраку! Давай, беги, блин, к поезду. Их там двое было, или трое. Мать его, за ногу. А-а-а, беги, 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 беги. О, жизни восстанавливаются, это хорошо. Давай, сейчас мы ему с пулемета наваляем. Вот что-что, а пулемет проверенная штука. Давай. Да, конечно. О! Получили! Чтоб знали! Ну ладно. Вот теперь можно возвращаться. По-моему, там теперь охраны нету. Главное, что там теперь паровозика Чарльза не было. Но если что, я побегу обратно в эту шахту. Все, мне кажется, они теперь без защиты. Я ж убил двоих. Все. На самом деле, могли мне дать какое-то бы оружие с собой. Какой-то пистолет бы, я пострелял бы. Сейчас прикиньте опять такой звук. Не? Тихо. Да, все, нормально. Вот теперь спокойно все. Как говорится, наваляли. А где яичко? А, я должен был еще сюда зайти. Ни хрена себе, мне тут нужно было. О, я так понимаю, это еще не конец. Там тоже охрана какая-то. Да. Блин, а как подняться обратно? Ладно, будем стараться аккуратно. Тут ничего. Куда идти? Ой. Бля! Да иди ты в сраку! А! Давай сразу ищи яйцо, вон оно. Да бери его! Почему не берется? О! А! Ну, я его взял. Это считается? Я успел его взять, нет? Или да? Просто подскажите мне, это было выполнением все же миссии? Яйцо у меня. Блин, наверное, нет. Серьезно? Так яйцо было у меня. Блин, я понял, не считается. Черт. И это опять сейчас они там все стоят? И никто там теперь не умер? Черт, ну если это так, то это, блин, надо будет уже с вами продолжать в следующей серии. Присесть я не могу. Слушаем. Ага, окей, никого. Все. То есть тот, кто умер, тот уже умер. Ладно, слава богу, хотя бы не воскресают те, кого уже нету. Блин, ну яйцо я видел. А вот как мне нужно его обмануть, чтобы он меня не заметил? Он, наверное, должен пойти в тот угол. Я в этот момент должен пробежать. Ладно, давайте. То есть яйцо у нас спереди. Стоим здесь.
Сейчас он выйдет. Вот он. Вот он пошел. Побежали. Так. А теперь сюда. Ага. А вот эта точка нам нужна, наверное, чтобы его... Что? Лучшее место, чтобы поразгадывать головоломки. Вообще, прям хоть быстро прошел. Так, поднимаемся обратно. Фух. Тут же никого не будет. Бля, вы издеваетесь? Да черт побери, блин, ну нашли место, куда, блин, выехать. Иди в задницу! Я думал, что вас уже больше не будет. Давай на паровоз и по газам, пока нас не убили. Черт побери. Или расстрелять их? Наказать? Ой, а где мой паровоз? А! Я забыл, где паровоз. Где-то здесь же, правда? Блин! Где мой паровоз? Вот он. Вон он. Не трогай меня, у меня яйцо. Третье. У меня яйца Чингисхана. Так, вот сейчас, дружище, готовься, будем им наваливать. Готов? А! Кто еще? Подходи по одному. Все? Больше никто не хочет? Ну, значит, никто не хочет. Так, ну слушайте, я задание выполнил? Выполнил. Фу, слава тебе, Господи. Так, теперь, внимание, вопрос. Дополнительное задание. Да, нам оно уже не надо. Поехали. Призовите Чарльза. Может быть, все-таки за эту миссию сейчас все и закончим. Давайте, да? Значит, что мы делаем? Мы даем сейчас задний ход. Стопе. Стоп. Где он находится? Если мы поедем прямо... Ага, нам нужно вот назад, а потом в сторону. Все, нормально едем. Поехали, задний ход. Вот, мы сейчас еще немножечко назад, а потом уже вперед. Вот. Вот, а тут переключаем. И пойдем вставлять яйца Чингисхана. В полный вперед. Так, поремонтируем. Фух. Ну все, мы по факту идем на финальную миссию. То есть мы вставляем яйца, он становится слабее. И потом... Никого нет. Вроде бы тихо. Так, а где там дорожка? Ага, мы не доехали чуть-чуть. Давай еще немножко вперед. Вот сюда нам надо. Правильно? Да. Ну все. Побежали. Тут охраны нету? Наверное, нету. Есть. Значит, что мы сделаем? Мы ее выманим.
Где он? Ладно, нам охрана не нужна. Итак, вставляем яйца Чингисхана. Впихуй. Сейчас будем с Чарльзом бороться. Давай. Раз. Два. И три. И что сейчас произойдет? О боже. Прочь от святилища, чудак. Ты не понимаешь, что творишь. А теперь медленно, аккуратно положи яйцо на землю. Не делай этого. Слишком много людей пострадать из-за этого вашего плана. И тут такой ЧА! Нет! Нет! Проклятье! Ты нас всех угробишь! Оперный театр. Так, где мой паровоз? Вот он. Все, сейчас начнется у нас бой. Поехали! Не тот пулемет, давай огнемет! Огнемет! О, это сейчас будет сильно. Где он? Вот он. Жги его! Проклятие, адский Чарльз! Я тебе дам, прикурить! У меня есть огнемет! На самом деле огнемет — это топ оружия именно в этой игре. Так, если что, мы успеем поремонтироваться. О! Что такое? Где он? Где он? А! Вот он. Давайте. Ох, какие у нас игры. Жги его, жги. Не подпускать. Где он? Вот он. Вот. Вот он. Давай. Ничего, нам хватит жизни. Главное, жги. Вон он. Есть контакт, не подпускай. Что, он еще сильнее становится? Где? Где? Вон! Ты смотри, какая зараза. Так, нам нужно будет сейчас скоро поремонтироваться. Очень скоро. Все, ремонтируем. Давай, давай. Да работай. Бляха-муха. Жги его. Может, надо ракетницу взять. Блин, он никак не ломается. Это чудовище. У меня скоро жизнь не закончится. А оно никак не умирает. Давай, 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 жги. Практически. Чуть-чуть осталось. Давай, давай. Последние. Последние моменты. Что ты, животное? Вот это вот контент! Ух, как эпично! Я думаю, заслуживает лайка. Ух, слушайте, на самом деле... О, как смачно мы четко вошли в кабину паровоза. На самом деле, я понял, мы не зря собирали эти штуки. Я говорил зря, забудьте мои слова.
Это было не зря. Это было в нужное время, в нужном месте. Фух, ну что? Вот мы и подошли к концу. Вот мы и прошли данную игру. Как вам? Многие просили. С радостью прочитаю ваши комментарии. Пишите свои предложения, в что можно поиграть еще. А с вами был Андрей Чен. Проверьте, что вы были подписаны на этот игровой канал. А также был включен колокольчик, правильно. Для чего? Чтобы не пропускать новых выпусков. Всем пока.